Аминь, аминь. Аллилуйя. Одному Богу слава. Богу слава. Аминь, аминь. Аминь. Слава Богу. Молодцы, братья. Ну, да. Все пока. Да, ну, вы сами судите. Бог дивиться на сердце. Аминь, аминь. На голос. Да. Да. Я тоже начинал служение свое, когда вот уже вот, 30 лет назад. То руководил хором, хотя я не музыкант и не певец, как художник, да, но хором меня вначале в хор этот такой как профессиональный хотели направить, а там другой хор были бабушки. Вот. Я как-то к бабушкам. Мне так нравилось у них. Они, конечно, там значит, пели ну, совершенно как бы, ну, как бы так вот, может, ну, не профессионально, но от души. Мне это нравилось. Вот я с ними там был, и как бы там у них и остался. Там у них был как раз там, значит, реген там. Ну, ну, реген такой, даже не знаю, вот просто вот на слух улавливаю, что там поет. Значит, они тоже, в принципе, никто не знал. Там одна бабушка знала, но она уже как бы вообще ничего не слышала, поэтому. Вот, значит, но, то есть, самая младшая моя подопечная была 65, а самая старшая была почти 100 лет, за 90 было уже, представляете? Вот так вот. Ну да, 87 год, 88 год, вот так вот, как раз 30 лет назад, получается, мое служение было там. И тоже, значит, и потом я уже и, значит, как раз там епископ у нас помер, когда, значит, не было епископа, прислали нового епископа, значит, и там в соборе, там, в Орле, это было, встречали его как раз, 88 год уже был, вот, значит, и встречали его, и там тоже хоры были, значит, такие, значит, там, они наняли профессиональных таких певцов, значит, там, и у них свой хор в соборе. Но знаете, потом я так рассуждал, что вот те бабушки, вот, они все-таки вот, ну, пели, ну, лучше. Мне так больше нравилось. Самое главное, это от души, чтобы было все действительно. Да, по-настоящему, да, вот, да, по-настоящему, да, действительно, да. Вот, чтобы было это вере. Вот, хотя есть и такой вариант тоже, вот я знаю, там, порой, там даже нанимали, там, оперных там, певцов каких-то, певиц, значит, да, вот в собор. Вот. Ну, кто-то походил и походил, и все, значит, как бы, да, подработал, все дополнительно. Вот. А кто-то и остался, и смотрю, там, и они остались, и, ну, стали верующими людьми, то есть, не просто, то есть, как бы, видите, пути у всех разные в жизни, да, у всех разные, как бы, истории. Вот, бывает так, бывает всяк. Вот, и то, что я прочитал вначале, сейчас еще раз прочту, как раз, кто подошел, послушайте. Ефесянам 5 глава, с самого начала, с первого стиха, такое. А кульминация, вот как бы начало второго стиха. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви. Вот это хочу выделить, вот, начало второго стиха. И живите в любви. И живите в любви. Дальше написано, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное. Аминь. Вот сегодня хочу Бога прославить и поблагодарить. И сегодня об этом буду говорить, но чуть позже, наверное. Значит, хочу братьев послушать тоже как раз. И может у кого еще слово есть, тоже свидетельство, слово. Есть. Да, да, да. Тоже как раз и. Сегодня был, вчера был эфир, хороший такой, вот, и приехали братья меня провожать, я должен был вчера вечером уже уезжать, и сегодня должен был быть уже за 1000 верст от Киева, но так вот Бог усмотрел, я с вами. Слава Богу! Я думал, так буду, что насчет телом отсутствия с вами, но духом присутствую. Получилось так, что и телом, и духом присутствуем с вами, так что... Вот, прошу любить и жаловаться. Да, значит, и, значит, да, так что, не, знаете, вот Киев меня тянет прям на вот. Можно на любой Киев. Я такой, на любой Киев, аминь. Да, это точно, да, и в этом, не знаю, я, вот, у меня два города в сердце прям, это Киев и Львов. Вот, но Киев, это, конечно, прям
особенная, любовь такая особенная. Слава Богу. Слава Богу. Из наших вот шестерых детей двое родились в Киеве, так что у нас... Аллилуйя! Киевляне. Киевские корни у нас есть теперь, вот так вот, да. Так что, слава Богу. Да, это ваше лучше, да? Ну, я могу удолжить. Да. Это самое место. Как сказано, благовестие будет в Иудее, Самаре и край земли. Киев! Да. Киев, край земли. Ну, как посмотреть? Нет, это так есть. Бог знает все. Это как и отсюда пойдет благовестие, именно отсюда. В Бердичеве там говорили, что значит, приехал один там господин, значит, какой костюмчик у вас хороший, а там портной. Старый еврейский портной, известный там Бердичев был, значит, тогда, значит, и вот, а кто ж вам это, ну, выкроил так вот и пошил-то хорошо, прям удачно? В Париже, надо же, говорит. А далеко от Парижа, от Бердичева? Ну, там по 1000 верст будет. Подумал еврей, говорит, надо же, какая глухомань, а как хорошо шьют. Знаете, да, смотри откуда отчет, отсчет вести. У кого-то все выполнится, да, Михайловского района. Откуда отсчет ведете, да? Откуда? Вот. Ну, для еврея, конечно, всегда это Иерусалим. Это где бы ни был бы, да, значит, это всегда Иерусалим. Номер отсчета, как бы, да. Вот. И для Евангелия, конечно, да, точка отсчета началась именно с Иерусалима. Господь, я благодарю Тебя за это слово, благодарю Тебя за братьев, сестер, за всех присутствующих нас, за и отсутствующих, кто не смог быть сегодня на собрании, и за тех, кто может еще задерживаться в пути. Боже, благословен Ты, Царь наш, собирающий нас, как птица, птенцов, под своими крыльями. Ты Отец наш, Ты Бог наш, Отец наш, и Ты собрал нас, Своих детей, сегодня, как свою семью, для вот этого общения. В Тебе Ты не только верующих живешь, Ты не только в наших сердцах живешь, но Ты живешь и среди нас. Особенно, когда мы действительно в любви, в единодушии, вместе во имя Твое собираемся, чтобы рассуждать, чтобы молиться, чтобы что-то делать вместе. Боже, Ты действительно особенным образом благословляешь нас тогда. Прошу Тебя о Твое благословение сегодня для нашего этого собрания. Благослови, Господь, также, кто потом это видео будет смотреть в записи уже, с нами участвуя в этом собрании, в этом служении. Боже, дай, Господь, каждому из нас действительно вот эту рассудительность, Боже, разумно прославить Тебя, Господь Боже, и возблагодарить Тебя. И, как вот сказано было в Ефесянам послании, и живите в любви. Спасибо Тебе, Господь. Мы знаем, что мы чадо возлюбленные. Может быть, себя так пробовать, так сказать, что я чадо, дочь и, да, или сын возлюбленный Божий. И живу в любви. Живу в любви Божьей. Аминь. Аминь. Благословляю вас всех. Кто первому слову будет говорить? Кто? Да. 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 Слава Богу. Да. Да. Жив Господь. Аминь.